Итак, сегодняшняя лекция будет посвящена противоречиям трансформации социальной сферы в современной экономике. Что касается социальной сферы, то здесь есть свои особенности, нюансы, и вне зависимости, в какой социально-экономической системе существует социальная сфера, то есть осуществляет свою деятельность, так скажем, развивается, живет, формируется, есть определенные нюансы. Вот что за нюансы, как они формируются, на сегодняшнем этапе какие противоречия существуют, вообще что такое трансформационный процесс, каковы особенности, имеется в виду в современной экономике, каковы особенности его в социальной сфере. Вот этим мы с вами сегодня займемся. Что касается социальной сферы, то я понимаю под социальной сферой, и во всяком случае с этой точки зрения буду вам давать материал. Социальная сфера – это те, так скажем, сектора экономики, где непосредственно происходит формирование человеческого потенциала, как отдельной личности, так и человеческого потенциала в целом страны. Вообще, точнее назвать это было бы гуманитарной сферой, и я в некоторых своих работах это даже называю гуманитарной сферой, но слово «гуманитарное» у нас почему-то вот в русском языке используется чаще всего в другом контексте, и поэтому гуманитарная сфера вот пока не прижилась в название вот этого вот блока, этой части социально-экономической жизни общества. Поэтому, итак, это та сфера, это те элементы социально-экономической системы, которые входят в эту сферу, где формируется человеческий потенциал. Вообще, для того, чтобы показать непосредственно трансформационный процесс, для того, чтобы вскрыть противоречия, которые происходят в процессе трансформации, можно взять разные модели для наглядности. Можно просто вам рассказать, дать определение. Но я просто люблю брать какие-то наглядные модели, не математические, а просто даже не модели, наверное, скорее конструкции, на которых можно на пальцах, с одной стороны, мне вам коротко объяснить, а с другой стороны, чтобы вы это прочувствовали и поняли. И я в качестве вот такого скелета взяла так называемый хронотоп. Может быть, кто-то из вас слышал эту категорию научную. Хронотоп – это категория, которая образовалась из двух слов. Это хронос – время, и топос – пространство. То есть, если в целом говорить о хронотопе, то это и единство времени и пространства. Эта категория, она используется в различных науках, начиная от физиологии до литературоведения. Но в последнее время эту категорию очень часто используют в социальной философии, и, в частности, ее очень часто используют и применительно к сфере культуры Людмила Алексеевна Булавка. И я вот позаимствовала у нее вот такой фокус хронотопа, и вам постараюсь показать именно вот этот трансформационный процесс в социальной сфере в современной экономике через вот такую структуру хронотопа. Значит, итак, хронотоп можно использовать не только в социальной философии, но и в исследовании социально-экономической жизни. Поэтому, что касается социально-экономической жизни, то в социально-экономической жизни тут уже не просто мы говорим о единстве времени и пространства, а все-таки о единстве социально-экономического времени и социально-экономического пространства. И не просто их единство, а то, как формируется это единство социально-экономического времени и пространства под влиянием определенных социально-экономических отношений. Потому что как мы с вами, так и то, что происходит в обществе, все эти явления, и мы с вами являемся продуктом определенных социально-экономических отношений. Я думаю, Александр Владимирович это вам не раз уже говорил на своих лекциях. Вот, поэтому применительно к социально-экономическим исследованиям и к социально-экономической жизни хронотоп можно определить как единство социально-экономического времени и пространства, которое складывается под влиянием определенных социально-экономических отношений.
Ну вот если говорить о трансформациях за последние 100 лет, я подчеркиваю, что мы говорим не просто о трансформациях экономики и общества, а мы говорим о трансформации социально-экономической жизни, социальной сферы. Это все-таки сужает определенный фокус и накладывает свои характеристики на, в том числе, трансформации, то есть какие трансформации не просто в экономике, а именно в социальной сфере. Итак, я для примера взяла два разных хронотопа. Это хронотоп Советского Союза, имеется в виду хронотоп социальной сферы Советского Союза и хронотоп социальной сферы современной России. Ну, может быть, про хронотоп современной России мы не можем говорить как о законченном процессе и ставить, так скажем, печать и закрывать там книгу, да, то о хронотопе Советского Союза мы можем судить уже с определенной уверенностью. Но все равно некоторый тренд в хронотопе социальной сферы России мы уже можем проследить. И вот мы сейчас как раз-таки на это посмотрим. Хронотопы, они разные. Я имею в виду социальной сферы Советского Союза и хронотоп социальной сферы современной России. Почему разные? Не только потому, что Советский Союз и современная Россия жили и живут в разное социально-экономическое время и даже астрономическое время. И не только потому, что на различном географическом пространстве это происходит. А разные они потому, что у них разная цель социально-экономического времени, социально-экономическое пространство совершенно разное, не географическое, а социально-экономическое. И специфика социально-экономических отношений разная. Ну вот я вам в качестве примера дала короткие определения. Какова была система социально-экономических отношений в Советском Союзе? Она была социально ориентированная. Социально-экономическое пространство было направлено на развитие человека. Специфика социально-экономического пространства – единство, единое для всей страны. То есть неважно, где вы находились, в Москве, в Ташкенте, в Твери, в Челябинске, вы имели доступ к определенным общественным благам, которые формируются в социальной сфере, равного доступа и в большинстве своем бесплатной, на бесплатной основе. Это я говорю про хронотоп социальной сферы Советского Союза. Что касается хронотоп социальной сферы современной России. Система социально-экономических отношений рыночно ориентированная. Социально-экономическое время направлено уже не на развитие человека, а на зарабатывание денег. Это даже вы можете просто на примере себя поставить себе вопрос. Вы, ваша главная цель – развивать себя или зарабатывать деньги? Может быть, ответы разные, но я сейчас говорю не про лично каждого из вас, а вообще в целом про жизнь социально-экономической системы современной России. Социально-экономическое пространство мозаичное. Что это значит? Это значит каждый за себя, каждый человек за себя, каждый город за себя, каждый регион за себя, каждый университет за себя, каждая больница и каждый театр за себя. Вот такая мозаика. И в этой мозаике что происходит в социальной сфере и как бы с теми общественными благами, которые, по идее, эта социальная сфера дает человеку и вообще обществу? Происходит следующее, что якобы общественные блага мы начинаем уже, так скажем, получать в виде коммерческой услуги. И, так скажем, по природе эти блага, они являются общественными, то есть там поход, прием у врача или там урок у учителя, концерт там, в театре. Вообще, по идее, это общественное благо, но они приобретают форму, вот при таком построении хронотопа, они приобретают форму коммерческой услуги. Я сейчас говорю достаточно поверхностно, чтобы вы немножко вошли в тему, а дальше уже на слайдах будет более глубокое проникновение, придется немножко даже в экономическую теорию на одном слайде проникнуть глубже, но без этого никуда, потому что это все-таки
Я вам пока говорю так образно на образах, я говорю, придумала даже, вот, чтобы использовать хронотоп, чтобы более понятно было. Итак, хронотоп в качестве такого визуального примера или наглядного примера, как изменяется социальная сфера в результате изменения единства социального экономического времени и пространства и социальных отношений, которые формируют вот это единство социально-экономического времени и пространства. То есть еще раз повторю, что вот это время и пространство, его нельзя разделить, это единство. Но это единство формируется четко под действием определенных социально-экономических отношений. Так, значит, что касается далее нашего движения по этой теме. Значит, если судить о тех двух хронотопах, которые я в качестве примера привела, и о том, что происходит в социальной сфере, ну, за последние, как я уже говорила, так скажем, 100 лет, то можно четко проследить две противоположные тенденции. Это социализация и маркетизация. То есть имеется в виду социализация в социальной сфере, уж извините, масло масляное получилось, но можно сказать социализация гуманитарной сферы, так как я вам сказала, что мне больше нравится даже эта формулировка. Вернее, маркетизация социальной сферы или гуманитарной сферы. Вот этих два вектора можно четко проследить. И что касается этих векторов, то нельзя сказать, что эти вектора, какие-то из этих векторов вот уже в нашей современной действительности четко превалируют. То есть пока это идет, ну так скажем, борьба, я бы так назвала. Итак, значит, социализация, вы видите определение на слайде, это ориентация, имеется в виду ориентация социальной сферы на развитие человеческого потенциала на основе преимущественно общественного обеспечения социальной сферы. Я думаю, что все понимают, что это такое, да, на сегодняшнем этапе общественное обеспечение социальной сферы, это значит максимальная поддержка государства. А вот маркетизация, это вообще термин маркетизация не от слова там маркетинг, это не равно маркетингу, рекламу, пиар и так далее, это от слова маркет, по-русски вообще это звучало бы так, о рыночнивании. Но некрасиво звучит, поэтому я использую вот этот термин маркетизация. Не только я, а другие еще исследователи тоже. Кто исследует вот эти проблемы, маркетизация – это, в принципе, такой термин, уже устоявшийся в научном обороте. Итак, маркетизация – это когда социальная сфера выдавливается в рынок, и когда в ней начинают развиваться рыночные отношения и рыночные механизмы, причем все подвержены этому влиянию. Как участники внутри, допустим, там, образовательного процесса, как учащиеся, так и те, кто учат, руководители образовательных организаций, ну и так далее. Можно, например, привести на сфере культуры то же самое. И в качестве примера, вот вы видите, я привела, вектор социализации явно прослеживался в Советском Союзе, сейчас еще сохраняется на Кубе и в Китае, хотя и там все равно рыночная механизмы вкрапляются. Но основной вектор все-таки пока в этих странах, я имею в виду функционирование социальной сферы, остается социально ориентированным, то есть там вектор на социализацию. Ну и как такой, наверное, долго живущий и положительно воспринимающийся пример, это скандинавские страны, где тоже социальная сфера, она социально ориентирована и тренд на социализацию придерживается. И пример маркетизации социальной сферы, такой явный, яркий, это Соединенные Штаты, Великобритания, Япония, это страны центра или страны ядра капиталистической системы. Ну и наша страна тоже
включилась в этот процесс, и мы об этом поговорим еще чуть подробнее. И у нас за последние 30 лет произошли процессы маркетизации социальной сферы. В разной степени образование, здравоохранение, культура в разной степени включились в этот процесс. Принимаются различные формы этого. Я чуть позже об этом расскажу, как это происходит, и прям вот все подробно мы рассмотрим. Итак, вывод из всего вышесказанного. Социальная сфера, она не может существовать сама по себе. Естественно, она включена в определенную систему социально-экономических отношений, которые есть в том или ином обществе, которые есть в той или иной социально-экономической системе. И социальная сфера, она поневоле приобретает конкретно историческую, как я вам указала на слайде, социально-экономическую форму, в зависимости от того, какие социально-экономические отношения действуют в данной системе. И вот эта вот форма, которую принимает тот или иной элемент социальной сферы, он может не соответствовать общественной сущности, например, образования или культуры. Я вот на следующем слайде как раз поглубже определю это, но социальная сфера, в чем ее главное отличие, допустим, от материальной сферы, от производственной сферы? Что в социальной сфере по преимуществу формируются общественные блага. И именно социальная сфера, она имеет большую общественную полезность. Это все на сегодняшний момент приобретает большую значимость. Почему? Потому что в связи с технологической революцией и так называемой креативной революцией, когда у нас творческая составляющая труда начинает превалировать над рутинной, человек становится главной производительной силой общества, а значит и экономики любой страны, любой социально-экономической системы. А значит, что вот эти сферы, то есть элементы социальной сферы, они приобретают все больше и большую значимость. И место, и их роль в социально-экономической системе изменяется. Но вместе с тем они живут и формируются в определенной конкретной исторической социально-экономической системе. И, грубо говоря, они деться никуда от этого не могут. Но мы об этом еще поговорим. Влияют ли они на те социально-экономические отношения, которые складываются внутри той или иной системы. Итак, теперь я вам обещала углубиться немножко в теорию. Это было наглядное, так сказать, представление, просто чтобы вы в тему вошли. А теперь непосредственно уже такая теоретическая выкладка. То есть как же теоретически происходит вот эта трансформация общественного блага в частное благо? Это теоретическая трансформация, вот я ее подробно описала, но коротко могу транслировать таким образом. Социальная сфера. Я взяла пример образования, потому что есть нюансы, вот, допустим, здравоохранения, есть нюансы культуры, есть нюансы в образовании своей. Поэтому, чтобы вам не на общих словах говорить, а на конкретике, я взяла образование, например. Итак, если мы говорим об образовании, то нужно различать базовый процесс образования, который существует вне социально-экономических отношений, вне хозяйственной системы. Вы же согласны, что есть такой процесс? Так ведь? Вот, например, сейчас вот по вопросу тому, который последний был задан, а как же мы, допустим, в интернете берем свободно эти курсы, читаем, смотрим. Вот это вот образование как базовый процесс. Вы делаете это сами. Вы в это время, в этот момент не включены ни в какие социально-экономические отношения. Это базовый процесс. Вот с образованием и вообще социальной сферы в том сложность. Что, почему противоречие, почему лекция называется «Противоречие»? Потому что именно здесь прослеживается жесткое противоречие. С одной стороны, это базовый процесс, а с другой стороны, социальная сфера и образование, они должны включаться в социально-экономическую систему, то есть в хозяйственную практику. Это вопрос то, что мы готовим кадры, то есть система образования готовит кадры для экономики и так далее. Вот, и поэтому, с одной стороны, образование выступает как изначально, как базовый процесс, как общественное благо,
И как общественное благо, по сути дела, знания и информация, они принадлежат всем. И каждый из нас является так называемым со-собственником. А с другой стороны, когда образование уже включается в хозяйственную практику, а так ведь было не всегда. Вот если мы посмотрим, например, до буржуазное общество, там образование для чего нужно было? Вот до индустриальной, до буржуазной, феодальной системы, для чего образование нужно было? Ни для чего не нужно было? Никому не нужно было образование? Совершенно верно. Тогда образование нужно было для того, чтобы властвовать, для того, чтобы удержать власть. Кому оно было доступно? Только высшим, так скажем, слоям общества, это дворянство, аристократия в разное время там, мы можем называть, и еще представителям духовенства, то есть религия. Вот это вот слои, которые осуществляли, у которых в руках была власть. То есть, в принципе, тогда еще экономизации образования и вообще социальной сферы не произошло. То есть образование, оно как таковое для экономических отношений не нужно было. Оно нужно было только для того, чтобы удержать власть в руках. Но потом, когда происходит индустриализация и зарождаются рыночно-капиталистические отношения, происходит процесс экономизации. То есть когда уже непосредственно образование и другие элементы социальной сферы необходимы в том числе для осуществления социально-экономической жизни. И вот тогда образование включается, вписывается, включается в хозяйственную практику. И когда оно включается в хозяйственную практику, именно в рыночно-капиталистической системе, то по сути дела оно из общественного блага превращается в частное благо. И это частное благо, оно легче всего реализуется в виде коммерческой услуги, вот именно в рыночно-капиталистической системе. И поэтому происходит, как дано на слайде, изменение, так скажем, уже непосредственно в самой жизни общества. То есть вот эта норма, что у нас образование становится частным благом, оно вписывается в так называемый институциональный слой, и становится нормой в обществе. И это влияет уже на изменение непосредственно хозяйственной практики или деятельности самих образовательных организаций, которые становятся в своей деятельности очень похожи на коммерческие структуры с специфическими целями, мотивами деятельности и так далее. Ну, об этом я чуть позже поговорю подробнее про сферу образования, а вот что касается именно эконом-теоретического, так сказать, углубления, как это происходит вот таким образом. То есть таким образом теоретически, можно теоретическим языком описать трансформацию общественного блага в частное благо, которое происходит в социальной сфере. Так, значит, следующий вопрос, который я хотела бы вам осветить, это непосредственно то, что характерно для современной России. Значит, что касается процесса маркетизации, то маркетизация, она имеет разные формы. То есть она может принимать различные формы в зависимости от того, насколько, так скажем, характеристика социально-экономических отношений в той или иной момент существования системы. Ну, например, в качестве характеристик можно сказать, что маркетизация, она сейчас принимает две яркие формы. Это коммерциализация и финансализация. Что касается коммерциализации. Коммерциализация, социальная сфера, она достаточно ярко представлена, причем примеров можно привести масса. И коммерциализация это не просто, так скажем, ну, так сказать, вкрапление рыночных механизмов и рыночных отношений в систему, а это уже непосредственно ориентация на коммерческий результат. Вот смотрите, как трансформируется деятельность организации в процессе коммерциализации. Допустим, те же школы или университеты. Они ориентируются уже не просто на рыночные механизмы в своей деятельности,
А именно на коммерческий результат. Но вы скажете, что они же прямую прибыль-то не получают. Да, не получают, но скажите, вот для школы сейчас важен рейтинг? Вот кто-то из вас родителями является, да? Крайне важно. А почему крайне важно? Потому что подушевое финансирование. А если школа низкого рейтинга, в нее никто не придет, финансирование не будет вплоть до закрытия школы. А это что такое? А это и есть результат, то есть ориентация на коммерческий результат. А то же самое количество олимпиадников в данной школе и так далее. Если мы возьмем те же университеты, такой просто яркий пример, это коммерческие вузы частные, их сейчас называют частными вузами, это официальное название, частные образовательные учреждения, ЧОУ. Ориентация, естественно, они занимаются образовательной деятельностью, образовательный процесс, но я имела опыт работы в частном образовательном учреждении. Там не скрывается вот эта ориентация на коммерческий результат. Там есть даже такое понятие, как посевная. А посевная – это набор студентов, от которых в том числе что зависит? Коммерческий результат. Государственные вузы. Сейчас статистика такова, что более 50% высшего образования у нас платное. И если даже это государственный вуз, это не значит, что он 100% на бюджете сидит. Это в среднем более 50% люди обучаются за свой счет. Наборы, соответственно, тоже ориентируются. Да, есть отбор, есть отсев, но никто никуда не девал вот этот коммерческий результат. Вот как бы мы ни хотели, но вот эта ориентация на получение определенного коммерческого капиталистического результата, к сожалению, она есть. Если мы посмотрим на... Да, я согласна, что университеты, театры, консерватории и так далее, больницы, они должны жить, в том числе государственные. Да? При достаточно низком финансировании социальной сферы в России они должны выживать. Но все-таки мы должны констатировать, есть этот процесс коммерциализации? Есть. Финансилизация. Значит, что касается финансилизации, то... Я думаю, что вы этот термин слышали, он означает то, что сейчас финансовый сектор превалирует над реальным. Но это такое утрированное определение. То есть происходит финансализация экономики. Но, к сожалению, сейчас происходит финансализация общества в целом. То есть сам, так скажем, финансилизированный образ жизни. А это в том числе отражается и на социальной сфере. То есть, например, финансализация, она для нас не характерна, для России, она больше характерна для все-таки западных стран, для стран центра, так скажем, рыночно-капиталистической системы, для нас меньше характерна. Но вот, например, в Соединенных Штатах Америки, тоже, наверное, слышали, сейчас очень... большой долг по образовательным кредитам. И вообще предполагается, что второй пузырь и второй финансовый кризис у них будет именно из-за того, что лопнет вот этот пузырь по образовательным кредитам. Потому что у них большая часть населения, оно учится в кредит. У нас эти кредиты пока не прижились, но пока. Потому что еще, так скажем, не очень высокая оплата за обучение, но не везде. Есть вузы, извините, где в МГИМО, например, там миллион, да, в год, я не знаю, какой при средней медианной зарплате в 40 тысяч рублей в нашей стране, кто из родителей, или я не знаю, там, какие родители могут себе позволить такое образование для детей или для своего образования. Вот, в нашей стране не прижилось по определенным причинам, но может все быть. То есть вот финансализация – это когда социальная сфера начинает зависеть уже от определенных финансовых институтов и в определенной степени мотивы деятельности тех акторов, которые включены в систему социальную, они начинают диктоваться, начиная от финансовых институтов, заканчивая конкретными лицами из финансовой сферы. В качестве примера. У нас в образовательной среде в университетах создаются попечительские советы. Вообще попечительские советы, они призваны,
решать глобальные задачи университета, развитие данного университета, то есть что делать на ближайшую перспективу, стратегическую перспективу. Но вот если вы посмотрите на попечительские советы ведущих университетов нашей страны, там половина представителей финансового сектора, то есть руководители банков, инвестиционных компаний и так далее. С одной стороны, мы понимаем, почему это, да? Может быть, финансовая поддержка определенная, может быть, статусность таким образом университет хочет показать. Но с другой стороны, мы понимаем, что это определенное влияние и на содержательную часть программ, факультетов и так далее. У нас, еще раз повторю, у нас, если, например, и Россию брать, то ярко выражен процесс коммерциализации социальной сферы, финансализации у нас еще зачаточных, так скажем, этапов, но некоторые эмпирические проявления уже есть, и я вот вам их назвала. Кстати говоря, у нас была программа в России под эгидой нашего, представьте, нашего Министерства образования и Всемирный валютный фонд, правильно я назвала? Была программа пятилетняя по финансовой грамотности населения Российской Федерации. Она вот буквально недавно закончилась. Два ведущих вуза страны получили большие деньги для того, чтобы обучить от Международного валютного фонда, для того, чтобы обучить финансовой грамотности населения нашей страны, начиная от детских садов до, соответственно, университетов, начиная от детских садов до олимпиад у школьников и у студентов. С одной стороны, это неплохо, но мне кажется, например, можно было выделить и на литературную грамотность тоже средства. Я думаю, это не помешало бы, да, развитию человека и человеческого потенциала. Выделено огромные средства, два вуза, это Московский государственный университет. Его задача была повышать финансовую грамотность в высшей школе, ну, то есть у представителей студентов и так далее, аспирантов. А Высшая школа экономики, она взяла на себя дошкольное образование и школьное образование. Так, и еще сопутствующие процессы вот этим двум, коммерциализация и финансализация. К сожалению, вот такой порог советской системы образования, как бюрократизация, он не смог, так скажем, побороться в постсоветской России. То есть, к сожалению, бюрократизация, она может быть в другой форме, но очень жестко сейчас проявляется в социальной сфере. То есть бюрократизация, с одной стороны, имеется в виду, это жесткий контроль и регулирование со стороны государственных органов, это, допустим, аккредитация, лицензирование, причем это может быть независимо от того, для общества это, для человека или против. Был момент, когда начали огульно раздавать лицензии на образовательную деятельность. У нас, вы знаете, был всплеск частных образовательных организаций высшего образования. Потом поголовно их начали, наоборот, закрывать. Ну вот это достаточно происходило жестко, как тот процесс, так и обратный процесс достаточно жестко, без какой-то оценки общественной значимости и так далее. То есть там бюрократические нормы, стандарты, процедуры. Это первая сторона бюрократизации. Вторая сторона бюрократизации социальной сферы – это когда в организациях социальной сферы создается жесткая вертикаль, и причем административный аппарат играет большую роль, чем сам непосредственно содержательный. Допустим, те же учителя, врачи и так далее. А вот эта тенденция, она очень серьезная, и, к сожалению, многие талантливые люди, которые приходят работать в социальную сферу, они уходят оттуда, потому что не выдерживают именно жесткой бюрократизации, которая происходит в социальной сфере в нашей стране. И такой момент, который является, ну, сопутствующим процессом бюрократизации, это менеджеризм или менеджеризация. Это, кстати, тоже не я и не мы придумали этот термин, он есть тоже в мировой практике и в мировой теоретической мысли. Значит, это, опять-таки, процесс, который подспуден бюрократизацией, когда эффективные управленцы, они, так скажем,
становится вот этот процесс управления, эффективные управленцы, эффективные менеджеры, они отчуждаются непосредственно от самой содержательной деятельности данного учреждения. То есть человек может быть не профессионалом, например, в сфере образования или в сфере культуры, он становится у руля управления, и его главной целью становится это формально-бюрократические и коммерческо-финансовые результаты. То есть таким образом вот сама содержательная часть деятельности, так скажем, организации уходит из-под влияния очей эффективных менеджеров. То есть есть определенные критерии, на которые ориентируются, но, к сожалению, содержательная часть в этом смысле страдает. Можно приводить массу примеров, начиная от управления непосредственно государственным уровнем этих сфер, заканчивая непосредственно организациями социальной сферы. Я могу привести свой конкретный пример. У меня школьник, дома ученик, сейчас 11-классник. Но года 3 назад поставили... Директора школ меняются как перчатки. Ну, можно сказать, каждый год новый директор школы. И вот года 3 назад директором школы поставили человека, который никогда даже не имел отношения к школьной системе. Это был директор центра переподготовки профессиональных кадров. И вот этот человек года полтора управлял школой, и потом все-таки не аттестована была, но я считаю, что это очень сильно влияет на кадровый педагогический состав. Например, учителя начинают разбегаться, когда просто видят, что содержательно человек, он не может управлять на должном уровне той или иной школой или университетом и так далее. Но это вот характеристика рыночно-ориентированной модели в нашей стране, какие, так скажем, нюансы у нас есть. Но по образованию я еще чуть подробнее позже. Ой, как некрасиво получилось, ничего. Значит, что касается результатов трансформации именно у нас в России, в Российской Федерации. Есть разные показатели, можно приводить разную статистику. Я взяла достаточно распространенный индекс человеческого развития. Прошу прощения, что не на 21 год, на 22, естественно, еще нет. На 20 год вот десятка первых в индексе, десятка стран лидеров в индексе человеческого развития. Ну вот посмотрите, Норвегия, Исландия, Швеция, даже Нидерланды, то есть это те страны, вот о чем я говорила, да, со скандинавской моделью социально ориентированной экономики, в том числе социально ориентированным развитием социальной сферы. Вот видите результаты. Россия у нас по 2020 году на 49-м месте. Что касается тренда социализации, вот этих трендов социализации и маркетизации, к вопросу о том, что хорошо, что плохо, что мы принимаем, что не принимаем, все-таки я же имею право, да, как преподаватель, иметь свое мнение определенное, все-таки что является более перспективным для развития общества. Я все-таки считаю, что социализация таких сфер, как образование, культура, здравоохранение, это все-таки тренд будущего, это перспективный тренд. И не только эта статистика показывает, можно еще массу примеров привести. Кстати говоря, вот эти исследования по социально ориентированной модели экономики в последнее время занимают умы не только экономистов, не только социологов, но и, например, могу привести пример, директора Института океанологии Нигматуллина Роберта Искандеровича, он сейчас, правда, не директор, а президент, но он долгие годы был директором. Он вообще, если я не ошибаюсь, доктор физмат-наук, член-корреспондент Российской академии наук, но он последние 5 лет пишет работы не по своей теме, а он пишет именно по теме развития нашей экономики, нашей страны. И все-таки он, и могу еще назвать фамилию, Агенбегян Абелгезович, кстати, человек, который стоял в теоретическом плане
у руля, так скажем, перехода к рыночно-ориентированной модели в нашей стране. К сожалению, или к счастью, через 30 лет он изменил свою позицию. Можете почитать его последние труды. Абылгезович Агынбегян. Это социально ориентированная модель. Он считает, у него есть такое, ну, не у него есть, есть такое понятие, как экономика знаний, и есть сферы, которые входят в экономику знаний. И вот некоторые сферы, социальные сферы, в том числе образование, здравоохранение, биотехнологии, они входят вот и в экономику знаний. Он делает большие расчеты, у него есть большой доклад, потому что он рассчитывает, на каком месте мы находимся, ну, Российская Федерация, по показателям экономики знания. Значит, еще один нюанс – это финансирование социальной сферы. Значит, дело в том, что у нас есть нюанс у Российской Федерации. Вот вы мне можете правомерно задать вопрос, Наталья Геннадьевна, но в Соединенных Штатах Америки все-таки в целом, смотрите, экономика-то больше показывает показатели, чем Российская Федерация, а у них рыночно ориентированная социальная сфера, уж тем более образование. Значит, не все так плохо. Дело в том, что в западных странах у них как бы эволюционно происходил вот этот вот процесс рыночной ориентации социальной сферы. А у нас получается, что это искусственно было сделано. То есть мы, по сути дела, вот этой вот шоковой терапии, которая в 90-е годы была, мы не только материальную сферу на рыночные рельсы поставили, причем очень жестко, я бы так сказала, но и социальную сферу. Поэтому, конечно, почему мы сейчас показываем такие низкие показатели? Потому что в первую очередь вот эта шоковая терапия, которая была в 90-е годы. Но уже прошло не так мало времени, 30 лет. И если мы посмотрим даже по тому же финансированию социальной сферы, то мы увидим, что у нас достаточно низкий уровень финансирования этих секторов экономики, те, что относятся к социальной сфере. Например, если мы посмотрим по образованию, то в скандинавских странах это 6-7% от ВВП, а мы где-то вот 3,5-4, не больше. Если сравнивать с Советским Союзом, то в Советском Союзе в 50-е, 60-е годы, ну до 70-х годов было 10%, а потом 7%. То есть, ну вот когда 80-е перед развалом Советского, распадом Советского Союза было 7% финансирования сферы образования. То есть это очень серьезно. И еще такой один момент, это, конечно, тоже важно. Есть понимание, когда государство берет ответственность как бы полномасштабно за эти сферы на себя. И тогда эти сферы финансируются с федерального бюджета. У нас, к сожалению, эти сферы в большей степени финансируются из региональных бюджетов. А вы знаете, что у нас регионы некоторые в очень плачевном состоянии. И поэтому, что касается финансирования, то здесь в некоторых регионах все очень плохо, потому что вот эта социалка, как ее называют, она в хвосте плетется еще потому, что у многих регионов не хватает денег на там, самое необходимое, чтобы залатать дыры. И поэтому, естественно, на социальную сферу остается ну, по остаточному принципу. То есть у нас система бюджетирования такая, что у нас социальная сфера в большей степени финансируется из региональных бюджетов, а не из федерального бюджета. Ну и еще такой момент, что, естественно, почему западные страны, имея рыночно ориентированную модель социальной сферы, они показывают лучшие результаты, чем мы, а мы никак не выберемся. А потому что у них бизнес, в том числе, наравне с государством, финансирует социальную сферу. И причем не очень малая доля финансирования бизнеса, особенно наука и образование. А у нас из-за того, что именно сфера бизнеса и малого, и среднего бизнеса, она плохо развивается, нет возможности развиваться, поэтому у нас финансирование образования и науки ну, практически по нулям со стороны бизнеса. А что касается финансирования крупными корпорациями, то у нас в России своеобразная тенденция. Вот на Западе такого нет, а у нас своеобразная тенденция. Вот, например, образование. Ну, «Газпром», он выделяет какие-то деньги
так скажем, для... У нас есть программа образования, федеральная программа. Выделяется ли, например, «Газпром»? Нет. «Газпром», он создает свой университет. У него есть свой корпоративный университет, у него есть свои корпоративные школы, где обучаются, естественно, дети сотрудников и, соответственно, свой университет, где они готовят специалистов под себя. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, получается, что в целом в разрезе всей страны социальная сфера, в том числе образование, недополучает, потому что, в принципе, можно было финансировать и какие-то проекты на уровне федеральном, а не только для своих корпораций. Вот у нас в России есть еще своя специфика, поэтому, да, действительно, западные страны, они при рыночно ориентированной социальной модели показывают более благоприятные результаты, нежели мы. Но у нас есть тормозящие факторы, вот о которых я назвала.